хотел сегодня начать наше служение с того, что в последнее время так несколько раз задавали вопрос, почему люди уходят из церкви. И я хотел бы сегодня так за это помолиться. И 6.26 Евангелия от Иоанна. Эта история давняя. Если говорить коротко, люди уходят из церкви, ученики остаются. И сегодня немножко мы будем касаться темы ученичества, посвящения. И так было всегда. К Иисусу Христу приходили тысячами, тысячами от Него уходили. И в Евангелии от Иоанна 6.26 Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Когда мы были в Южной Корее, там очень похожая ситуация. Вот, начали открываться церкви для русскоговорящих, и пастор, которого рукоположил в Казахстане, и он открыл церковь в Камагридеше, он поехал в Южную Корею, был приглашен от церкви для того, чтобы открывать новую церковь. И это было в небольшом городе Бусан. Он открыл церковь, ему предоставили помещение, он начал собирать народ, начал ходить по улицам, в метро, в магазинах, в супермаркетах, приглашать, в основном, конечно, к русскоговорящим, к нашим людям. И тогда люди у него начали спрашивать о том, что «А что вы предлагаете в вашей церкви?» Потому что когда вот мы идем в церковь, мы идем покушать. Ну, в том плане, что есть ли у вас благотворительные столы, накрывают ли там пищу, чай, дают ли бесплатный чай, предоставляются ли какие-то привилегии, возможность работать. И, конечно же, пастор только приехал, и у него ничего этого нет. Он говорит: у нас есть благодать, у нас есть любовь, у нас есть сам Иисус Христос. Просто и люди с улыбками разворачивались и уходили. Такая печальная, к сожалению, ситуация сейчас во всем мире. И она не изменилась. Точно так же 2000 лет тому назад люди приходили к Иисусу Христу для того, чтобы покушать. Просто покушать. Даже чудеса их не интересовали. И поэтому просто у пророка Иеремии написано, что «найдете меня, когда взыщете меня всем своим сердцем». Я просто верю в то, что у нас те, кто остались, это настоящие ученики, посвященные ученики, меня вот это радует. Я просто знаю, что церковь прошла очень трудный этап, какой-то определенной такой чистки, посвящения. Но те, кто остались, они получат истинное благословение. Самое главное благословение – это познание живого Бога, углубление взаимоотношений с Иисусом Христом. И Иисус Христос обещает: найдете меня, когда взыщете меня всем своим сердцем. Поэтому давайте мы за это помолимся. Еще заодно я хотел бы помолиться. Вчера у нас была встреча с главным архитектором города Варны, и он нам описал ситуацию насчет здания. Говорит, просто, конечно, искать вам помещение здесь, в Варне, это нереально, потому что цены здесь очень дорогие, от 1 миллиона евро. Он говорит, вот это здание стоит 1,5 миллиона евро, вот это 3,5 миллиона, вот это 1 миллион евро. И говорит, как-то все это, если у вас только есть какие-то крутые спонсоры. Мы говорим, что мы верующие, мы надеемся на одну спонсорскую помощь, это на помощь нашего Небесного Отца. Но давайте помолимся, чтобы Господь к нам благоволил и просто явил свое чудо, потому что мы уповаем только на Него. Слава Тебе, всемогущий Бог! Спасибо Тебе, Господь, за то, что в нашей церкви собираются ученики, последователи Твои, Господь, те, которые посвятили Тебе своей жизни, те, которые ищут Тебя всем своим сердцем. И Ты обещал, что обязательно найдем, Господь, кто-то уже нашел, кто-то уже обрел. Аллилуйя, Отец! Это так драгоценно, Господь, иметь с Тобой самые близкие взаимоотношения. Нет ничего, Господь, дороже на этой земле. Драгоценнее. Слово Божие говорит, что мы искуплены не серебром, не золотом, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Если ты имеешь Иисуса Христа в своем сердце, если ты Его любишь и возлюбил Его всем своим сердцем, всей душой, всем разумением, ты самый богатый человек на земле. Самый обеспеченный, потому что твой спонсор сам живой Бог. Слава Тебе, Господь! Мы просим Тебя, усмотри, Господь, нам здание, чтобы у нас было свое здание, своя территория, где мы могли бы
спокойно принимать миссионеров, где мы могли бы, да, устраивать благотворительные столы. Ты это не запрещаешь, Господь, но для тех, кто нуждается в этом. Господь, Отец, усмотри нам, Господь, Отец, чтобы Царствие Твое распространялось на этой земле. Мы верим Тебе, Господь, Отец. Мы молились молитвой согласия во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Божий народ скажет аминь. Давайте мы прославим нашего Господа. Аллилуйя. Царь,
будем славить Тебя, Господь, будем петь Тебе хвалу. Аллилуйя. Наш Бог достоин славы. Жизнь моя в Тебе, я стою рядом Ты, Ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, гореть лишь для Тебя. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. 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 Стою я здесь, вся жизнь моя в Тебе, я знаю, рядом Ты, Ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, горит лишь для Тебя, для Тебя. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе, Иисус. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе, мой Бог. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Лишь один, только Ты один. Все, чем я дышу, все, чем я живу. Еще один день, он только для Тебя. Иисус Твоё, хочу я быть всегда. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Мой Бог, хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Иисус, хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, ближе, ближе и ближе, и ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Иисус, хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Мой Бог, хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Иисус.
в жизни моей, Иисус. Люблю Тебя, поклоняюсь я, это здание, которое вы увидели, оно принадлежит церкви Онури. Она предоставила так благосклонно это здание, которое вмещает, конечно, очень много народу. И мы там и жили, 680 человек, там питались, там проводили конференцию, семинары практически, молились рано утром. Дай Бог и нам такое здание. Вчера мы встречались с главным архитектором города, и, слава Богу, он нам дал информацию. Ну, надежда есть. Нам надо только верить, доверяться нашему Господу. Я хотел бы сегодня осветить тему, которую я давал на конференцию, как основной спикер. Сравнительная теология, сравнение Ветхого и Нового Завета. Какая вообще разница? Тема проповеди моей сегодня – Божий Завет. Первое место, которое я хочу открыть, давайте вместе откроем или прочитаем на проекторе. Второзаконие. Книга Второзакония, 9 глава, с 1 стиха. Я хотел бы прочитать место, где описывается, при каких обстоятельствах был заключен Ветхий Завет с Моисеем, с Израилем. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом великим, многочисленным и великорослым, сынами Енакиевыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых.
они были великанами. «Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобой, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобой, и ты изгонишь их. И погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь, овладеть сею доброй землей, и что за нечестие народа сих, Господь, изгоняй их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народа сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку, Иакову. Посему знай ныне, что не за праведность твою, третий раз Господь повторяет, не за нашу праведность. Наша праведность, она от Господа. Мы праведны по вере в Иисуса Христа». «Не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе владеть сией доброй землей, ибо ты народ какой? Жестоковыйный». Это означает твердая шея, гордая шея, упрямый народ, твердолобый. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. И при Хориве вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божьим, и на них написаны были все слова, которые изрек вам Господь на горе и среди огня в день собрания. По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь: «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, они сделали себе литый истукан». Истукан сделали из того золота, которое они вынесли из Египта. «И сказал мне Господь: я говорил тебе один и другой раз, вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удержи меня, и я истреблю их и изглажу имя их из Поднебесной, а от тебя, то есть от Моисея, произведу народ, который будет больше, сильнее и многочисленнее их. Я обратился», то есть Моисей вступается за Израиль, это он пишет, «я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, две скрижали завета были в обеих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа, Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедовал вам Господь, и взял я обе скрижали и бросил их из обеих рук своих и разбил их пред глазами вашими. И вторично, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили». Моисей выступает как ходатай. Он вступается за Израиль, потому что Израиль согрешил. Они вступили в идолопоклонство. «Сделав зло в очах Господа Бога вашего и раздражив его, ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его. Но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали, тельца я взял, сжег его в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах. И я бросил прах сей в поток, текущий с горы. И в Тавере, и в Массе, и в Киброт-Готаве вы раздражали Господа Бога вашего. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: «Пойдите, овладейте землей, которую я даю вам», то вы воспротивились по велению Господа Бога вашего и не поверили ему, и не послушали глаза его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, которые молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал: «Владыка, Господи, Царь богов, не погубляй народа твоего и удела твоего, который ты избавил величием крепости твоей, который вывел ты из Египта рукой сильной и мышцой твоей высокой. Вспомни рабов твоих, Авраама, Исаака, Иакова, которым ты клялся собою. Не смотри на ожесточение народа сего и за нечестие его и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда ты вывел нас, не сказали: Господь не мог вывести их в землю, которую обещал им, и ненавидя, не мог ввести их в землю, которую обещал им, и ненавидя их, вывел он их, чтобы умертвить их в пустыне. А они твой народ и твое дело, которое ты вывел из земли египетской, силой твоей великой и мышцой твоей высокой». Аминь. Я прочитал всю главу, потому что все здесь, все то, что мы прочитали, это очень важно. Можно тоже заставку, ну, просто хотел, чтобы просто передалась атмосфера конференции, просто параллельно с моей проповедью мы можем смотреть, как все проходило,
как народ каялся, как люди приходили к Богу, как проходили наши практические семинары, которые мы проводили по душепопечению. Условия, при которых был заключен завет, они были особые, и мы должны это прочувствовать. Потому что два места есть. Одна в книге Исход, второе место в книге Второзакония, когда Бог повелел 10 заповедей. Мы все эти заповеди знаем, поэтому мне нет смысла их повторять. Но когда Бог дал первое десятисловие и написал своим перстом 10 заповедей на каменных скрижалях, за это время, пока Бог общался с Моисеем, внизу, у подножия горы, Израиль вылил себе золотого тельца и начал ему поклоняться. Аарону они сказали: «Аарон, мы не знаем, где этот Моисей, куда он ушел и что он делает. Выли нам Бога, и мы будем поклоняться ему». И Аарон смолодушествовал, собрал все золото от Израиля, которое они вынесли из Египта, на огне расплавил его, и, как он сказал свое оправдание, что телец он вылился сам. И мы начали поклоняться ему, потому что просто Израиль вышел из Египта, но Египет, к сожалению, остался в их сердцах. Я хотел бы сегодня подчеркнуть мысль, то, что завет состоялся в таких условиях, когда Бог хотел Израиль вообще истребить, то есть уничтожить. То есть у него, у Бога, не было к Израилю каких-то вот таких вот, знаете, вот, просто... требований или ожиданий в отношении Израиля. Бог знал, что Израиль, он вышел из Египта жестоковыйным, упрямым, упорным, нетерпеливым. Они постоянно роптали, они постоянно не доверяли, они постоянно не верили Богу. И поэтому просто Бог был на них очень сильно разгневан. И я могу так сказать, что вот этот завет, который состоялся между Богом и в основном Моисеем, он лишь косвенно относится к Израилю, потому что Израиль не захотел. Что не захотел Израиль? Израиль сказал так: Бог, он там великий и страшный, он там в огне, так что даже просто никто туда не может зайти, потому что мы не знаем человека, который бы разговаривал бы с Богом и остался бы в живых. Но Моисей-то остался. Почему никто не подумал о том, что раз Моисей общается с Богом лицом к лицу, значит, и я смогу? Никто не подумал. Слышите меня, да? И наоборот, Израиль отказался. Иди, Моисей, там общайся с Богом, и все, что ты потом нам скажешь, все, что ты нам пропишешь, мы будем тщательно, старательно исполнять. Израиль отказался иметь общение с самим Богом. Слышите меня? И поэтому Бог заключил, вынужден был заключить завет под названием сегодня старый, устаревший завет с Моисеем. И то законодательство, которое потом вышло через Моисея, оно, конечно, было уникально. И по сей день... Закон Моисеев, известный как Старый закон, он признан как одним из лучших законодательств, который был написан одним человеком. Вот можете себе представить, сегодня думы, там, рады собираются, советы какие-то, отменяют какие-то указы, новые какие-то постановления, потом опять передумали, потом опять приняли. Один человек сел вот так и за несколько дней написал законодательство, которое по сей день сильно работает в Израиле и помогает Израилю процветать сегодня, потому что это одна из преуспевающих стран. Законодательство, которое помогло выжить Израилю в рассеянии, пока Израиль был... Это единственная страна, которая была в рассеянии, которая была уничтожена. То есть государство Израиль не существовало до 1947 года. Можете себе представить? Почти 2000 лет не существовало государство, и в один день после войны Израиль был восстановлен, получил государственный статус и был восстановлен, и сегодня находится в рейтинге одним из самых преуспевающих государств. Кто это может вообще? Только Бог может сотворить, потому что ни одно государство, которое было уничтожено, оно не восстановилось, кроме Израиля. Кроме Израиля. Потому что после Рождества Христова в 69-м году, в 70-м, храм был разрушен, и Израиль пережил очень страшное такое истребление, такой геноцид, так что реки в Иерусалиме текли как просто реки крови текли в Иерусалиме. И после этого Израиль, он был рассеян по всему лику земли, как Бог и обещал, за их непослушание, за их... Но и сегодня Моисеев закон, он признан как один из лучших законов, социально-экономическая система совершенная, религиозно-обряднический закон,
которые просто бесконечны. Ну, то есть на сегодняшний день, ну, одни утверждают, что это 613, другие 665 заповедей всего, которые по сей день Израиль, кстати, не может исполнить. Какие-то постановления они стараются исполнить, но в основном эти заповеди, они какие? Они храмовые. То есть они призваны исполняться при храме. То есть в храме приносили жертвы, а так как храма не существует, то Израиль не имеет возможности эти заповеди сегодня что? Исполнить. Поэтому что они сегодня исполняют? Вот, всего лишь маленькую толику закона. И, конечно, как санитарно-гигиеническая система была настолько уникальна, что это помогало Израилю выжить в пустыне. Но какова мотивация Бога была? Я бы хотел, чтобы мы вот это сегодня услышали. О том, что мотивация Бога была, так как Израиль отказался вступать в близкие взаимоотношения с Богом, не захотел познавать самого Бога, не захотел восходить на эту гору, иметь общение лицом к лицу, как Моисей имел. Бог вынужден был дать закон, который просто подвел какую-то определенную такую, я бы так сказал, нижнюю планку. Нижнюю планку. То есть, если мы читаем 10 заповедей, то там звучит так, что, ну, почитай Господа Бога твоего, там, исполняй. Но в основном это частица «не». Не убивай, не прелюбодействуй, не пожелай. И я хочу сказать о том, что любое из вот этих постановлений, вот, которые, например, в языческих нациях, если люди не живут по закону своей совести, не живут по каким-то законам и просто убивают, вот, ну, как сейчас бывает в африканских племенах или в тех племенах, до которых еще Евангелие не достигло, там идет вот между племенами такие довольно жестокие войны, они друг друга убивают, насилуют женщину, воруют, крадут и абсолютно полностью нарушает весь Моисеев закон, и поэтому эти племена, они вырождаются. То есть, ну, какие-то племена исчезают, какие-то племена выживают, но потом, опять же, ну, как правило, они не вырастают. Почему? Потому что они не под закон, они не подотчетны Богу, и заповеди они, естественно, не исполняют. Бог провел вот такую нижнюю планку для того, чтобы не делать, чтобы Израиль, по крайней мере, выжил, чтобы они просто друг друга не поубивали. Вот это суть Моисеева закона. Самый мощный анализатор, да, вот Старого Завета, аналитик, тот, который по определенным пророчествам, мы тоже это только недавно узнали, о том, что, когда мы на этой неделе общались, о том, что Савлу, будущему апостолу Павлу, пророчествовали место Гамалиила, ну, самого великого учителя в Израиле, у которого он сам учился, был один из лучших учеников. И вот этот Савл, фарисей из фарисеев, еврей из евреев, который по закону Моисеева был непорочный, ну, так как он сам о себе пишет, он был мощнейшим аналитиком Ветхого Завета, и он говорил о том, что Ветхий Завет никого не довел до совершенства. Слышите меня? Никого. Более того, он пишет о том, что на самом деле исполнение Моисеева закона влечет за собой последствия, и это проклятие. В определенных посланиях он пишет о том, что если кто-то нарушил одну из заповедей Ветхого Завета, Моисеева закона, то он нарушил весь закон, и он подлежит проклятию. Я хотел бы прочитать одно уникальное место, которое, ну, опять же, апостол Павел пишет, и оно написано в послании к Тимофею. Первое послание Тимофею, 1 глава, с 9 стиха. Нам очень важно знать о законе Моисеевом, потому что сегодня многие деноминации стараются исполнить закон Моисеев. Но Новый Завет говорит о том, что это, во-первых, невозможно, во-вторых, и не нужно этого делать, потому что этот закон устарел. Нам сегодня даны новые заповеди, нам дан закон совершенный. И смотрите, что апостол Павел пишет в первом послании Тимофею, в 1 главе с 9 стиха. «Знаю, что закон положен не для праведника». Закон Моисеев, ну, я могу просто привести такой пример. Он Моисею, самому лично Моисею, он был не нужен. Моисею не надо было говорить о том, что не убивай, да, ну, не надо было говорить ему о том, что не прелюбодействуй, не вожелай, ну, не завидуй. Моисей это прекрасно знал, он выносил это из личного общения с Богом. Он общался с Богом лицом к лицу. Он знал Бога лично. И при этом оставался в живых. То есть он показал достойный пример, но Израиль вот этого факта не хотел принимать. Ну, просто иди там, общайся с Богом. Закон был положен изначально не для праведника, но для беззаконных, смотрите, это написано, непокоривых,
нечестивых, грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц. Я хочу сказать о том, что все вот это на то время представлял из себя Израиль. То есть они были непокорные, нечестивые, они были грешники, они впали в крайнее идолопоклонство, потом в блудодеяние, потом Бог их начал истреблять, потом просто несколько раз Моисей был вынужден вступаться за Израиль, чтобы Бог полностью не истребил Израиль. Вот при таких условиях был заключен завет. Слышите меня? Это не был полюбовный закон. Это не было предложение вот такой любви. Я люблю тебя, как, например, по Новому Завету. Иисус Христос нас возлюбил всем своим сердцем. И Он свою любовь доказал тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он показал безмерную любовь. Моисеев закон был создан для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителя отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложцев, лжецов, клетвопреступников и для всего, что противно здравому учению. По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено, благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, апостол Павел про себя пишет, определив на служение меня, который прежде был хулитель. Смотрите, Савл был хулитель церкви, он принуждал христиан хулить Духа Святого, сажал христиан в тюрьму, мучил их, издевался, унижал и убивал. Гонитель и обидчик, но помилуй он потому, что так поступал по неведению. Он не знал. В неверии он был религиозным фанатиком. Я еще раз повторю мысль, чем отличается религиозный фанатизм от искренней веры. Религиозный фанатик всегда готов за свою религию, за своего Бога убивать. Искренне верующий человек всегда готов за свою веру что? Умереть. В этом отличие фанатизма от искренней веры. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Смотрите, здесь уже начинается Новый Завет, и он сильно отличается от Старого Завета. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Он считал себя первым грешником, апостол Павел. И он говорил в одном месте, что Господь явился ко мне как к некому извергу. Извергу, представляете? И у меня есть одна проповедь от изверга до поклонника. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение и пример тем, которые будут веровать в Него к вечной жизни. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Слава нашему Богу. Вы знаете, я когда-то читал, я только уверовал в 91-м году, и мне подарили такую книжку, которая называлась «Сын человеческий». Автор этой книги – православный священник Александр Мень. Слышали про Александра Меня? Которого сегодня православно называют почему-то протестантом. Я думаю, что просто понятно, потому что Александр Мень очень часто проповедовал в баптистских и пятидесятских церквях и дружил с протестантскими священниками, и православная церковь его за это, не помиловала, его просто начали осуждать. Вот в этой книге Александр Мень, я прочитал очень много книг его, это «Ходячая энциклопедия», человек, который лично знал Бога, и он описывает очень хороший, глубокий перевод слова того, что Иисус Христос о себе говорил. Иисус Христос пишет в одном послании, говорит в одном Евангелии, что «я пришел не для того, чтобы нарушить закон, но для того, чтобы его исполнить». Помните это место? И вот перевод с древнегреческого языка Александр Мень приводит о том, что древнегреческий говорит о том, что более точный перевод не «исполнить», а «придать полноту». То есть подвести верхнюю планку, верхнюю грань. Потому что Израиль знал только нижнюю черту, нижнюю планку, которую нельзя переступать. Нежелательно, иначе Израиль будет наказан и истреблен. И они старались так жить. Опять же, что говорит апостол Павел про закон? Он пишет в одном послании, что закон являлся детоводителем к Иисусу Христу. Что это значит? Бог дал такой закон, чтобы сохранить Израиль, для того, чтобы была сохранена линия. Сохранена линия для того, чтобы через эту такую родословную линию пришел кто? Сам Господь Иисус Христос. Линия Давида, линия колена Иудина. И подвел такую нижнюю грань для того, чтобы Израиль себя сохранил, был дан Моисеев закон. Какую я вижу разницу, между Моисеем законом и Новым Заветом?
Разница, она на самом деле колоссальна. Это как если сравнивать землю с небесами. Потому что, в принципе, мы можем проследить. Вообще, по Ветхому Завету есть несколько заветов. Ну, первый завет – это завет с Адамом. Второй завет – это завет с Ноем. Потом Бог заключает завет с Авраамом. Потом завет с Исааком, с Иаковом. Потом заключает завет с царем Давидом. И вот, ну, в основном мы знаем Старый Завет, как Моисеев закон. Заключает завет с Моисеем для того, чтобы сохранить Израиль. Потому что Израиль не захотел. А что хотел Бог? Бог хотел написать свои заповеди не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях наших сердец. Можете сказать на это аминь? Вот это разница. Бог хотел, чтобы Израиль лично был руководим Богом, водился Духом Святым. Ну, если это Моисею, одному человеку возможно, то это было возможно на самом деле всему Израилю. И если царь Давид, мы можем проследить о том, что этот человек знал Святого Духа в условиях Старого Завета и водился Духом Святым, то что говорить о всем Израиле? И когда Израиль был послушен, Бог возводил на большую высоту, просто благословлял. Когда опять Израиль был непокорным, противился, входил в состояние идолопоклонства, происходило падение. Еще одно место, которое я хочу сегодня открыть, оно написано во втором послании к Коринфянам. И здесь сейчас уже о хорошем, о Новом Завете. Я сегодня провожу сравнительную теологию. Это сравнение Старого Закона, сравнение с Новым Законом. В прошлый раз я немножко проговорил о том, что весь исламский, мусульманский мир живет в принципе, по Старому Закону, по Моисееву Закону. Моисей там почитается как пророк. Иисус Христос тоже почитается там как пророк, не как Бог. И последний пророк – это, конечно же, Мухаммед. Его слушайте, Иисус Христа уже не слушайте, а Мухаммеда слушайте. И поэтому там начались вот такие довольно серьезные искажения, но закон они стараются исполнять. И притом довольно очень, очень сурово. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, с 3 стиха. Я прочитаю. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, как я уже говорил, но на плотяных скрижалях сердца. Мечта Бога исполнилась». Бог смог написать свои заповеди на плотяных скрижалях человеческих сердец. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Небольшое пояснение. Еще одна большая разница между Ветхим Заветом, что по Ветхому Завету человек должен сам, своими силами, своими человеческими усилиями стараться исполнить Моисеев закон. Ни у кого этого не получилось. Никто не смог исполнить закон. Все согрешили, лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. По Новому Завету, сами ли мы пытаемся исполнить заповедь его? Это невозможно. Прочитайте Нагорную проповедь, и вы поймете о том, что то, что Иисус Христос сказал в Нагорной проповеди, мы не можем исполнить своими человеческими усилиями. Да, не посмотри, не вожелай, не позавидуй. Иисус Христос говорит, вот написано, и он приводит такое сравнение, не убий. А я говорю вам, что кто возненавидит брата своего, тот уже есть человека-убийца. Вот написано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что если кто только подумает в сердце своем, какую-то прелюбодейную мысль своими словами, да, то тот уже прелюбодействовал в сердце своем. То есть Иисус Христос возводит эти заповеди до уровня совершенства. Исполнить их, если Израиль не смог исполнить Ветхий Завет своими человеческими усилиями, то Новый Завет уже тем паче, да, тем более. Мы можем исполнить это только силой Святого Духа. Аминь или не аминь. И я могу сказать даже так, что Бог, живя в наших сердцах и даровав нам, Он излил в наши сердца любовь Духом Святым, Он сам через нас желает исполнять свои заповеди. И Он это может, потому что для Него нет ничего невозможного. Не потому, что мы сами способны были помыслить, 5 стих, что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета.
Если служение смертоносным буком, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то есть эта слава была приходящей, она пришла и ушла, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, смотрите, еще одно отличие приводит апостол Павел, Ветхий Завет – это служение осуждения. Давайте мы это запомним. Новый Завет – это какое служение? Это служение оправдания. Иисус Христос нас оправдал. Аминь. Он наше оправдание. Он сегодня наш ходатай. Он вступился за нас и сделал это очень убедительно, так что Бог Отец сегодня принимает любое, ну, можно сказать, любое оправдание от Иисуса Христа, когда мы исповедуем, в первом послании от Иоанна написано, грехи наши, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, без исключения, потому что это лучший адвокат, потому что он является единородным сыном своего Отца. 10 стих. «То прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Мы с дерзновением входим во святая святых Богу, омывшись драгоценной кровью». В другом месте написано. «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Представляете, Моисей был вынужден полагать покрывало на лицо свое, чтобы свет от Божьей славы не поразил Израиль. Можете себе просто представить, до какой низости упал Израиль и на какой высоте находился Моисей, что он был вынужден покрывать свое лицо, чтобы израильтяне, не дай Бог, это не увидели. Настолько они были жестоковыны. Но умы их ослеплены. И вот то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Еще одно отличие, которое отличает Ветхий Завет от Нового Завета, это то, что Моисеев закон, он больше известен как завет, который Бог заключил с одним человеком. И лишь косвенно этот закон касался Израиля, и Израиль пытался исполнять его своими собственными человеческими усилиями. Новый Завет – это предложение Бога заключать завет с каждым человеком в отдельности и со всем человечеством в целом. Слышите меня? В одном из пророчеств апостол Павел пишет, то, что Израиль отпал, он отпал отчасти. Вот эта природная маслина, она была отделена для того, чтобы привить какую маслину? Дикую маслину. И, ну, говорит, это только до времени, потому что Израиль тоже спасется, придет спасение и в Израиль, когда войдет полное число язычников. Это пророчество апостола Павла, которое написано в послании к римлянам. Полное число язычников. Вот это Божий план. Бог захотел заключить Новый Завет со всем человечеством. С каждым человеком в отдельности Он захотел прописать свои заповеди на плотяных скрижалях сердец. По Ветхому Завету Бог заключал завет с отдельно взятыми людьми. Потому что практически всегда все остальное, человечество или Израиль, просто отказывались вступать с Богом в личные какие-то близкие взаимоотношения. Последнее место, которое я хочу сегодня привести вам, оно написано в послании к евреям. Десятая глава. С первого стиха, очень важное место, я буду заканчивать, так, да, мы укладываемся. Послание к евреям 10.1. Закон, послушайте внимательно и постарайтесь, ну, просто вот так как-то проникнуться, вникнуть в закон совершенный, как в другом месте апостол Павел пишет. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. То есть Моисеев закон, он только имел тень будущих благ. Не сам образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Никогда закон Моисеев никого не сделал совершенным. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознавания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говоря, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне.
Всесожжение и жертва за грех не угодно тебе? Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою Божию. Сказав прежде, что ни жертва, ни приношение, ни всесожжение, ни жертва за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил. Иисус Христос прибавляет. Вот иду исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы поставить второе. Ветхий Завет упразднен. В другом месте написано. Заповеди учения. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Слышите меня? Навсегда соделал совершенными освящаемых. То есть мы навсегда освящены, и мы навсегда в Нем, во Христе Иисусе, мы навсегда совершенны. Пока ты находишься во Христе Иисусе, пока ты находишься с Ним в близких взаимоотношениях, ты находишься в совершенном теле, которое не знает греха. Конечно, наша святость, я всегда об этом проповедую, она всегда относительно абсолютной святости Иисуса Христа. Иисус Христос еще при жизни на этой земле, Он был искушен во всем, но греха не сделал. Мы согрешили. Мы на этой неделе рассуждали на эту тему о том, что мы как люди, мы постоянно грешим. Мы все согрешили, лишены славы Божией. Но что происходит, когда я исповедую грех? Например, я, да, там, 26 лет уже активный проповедник. В этом году будет 25 лет, как я проповедую как пастор. И что я могу сказать о том, что в моей жизни есть грехи, которые я даже не осознаю. Ну, то есть они несознательные грехи, которые я, ну, по своему неведению, по своей незрелости какой-то, потому что я ограниченный человек. Бог хочет избавить меня от сознательных грехов, потому что сознательный грех, он непростительный. Ну, в послании к Евреям также написано, что если мы сознательно грешим, то уже не остается жертвы за грехи. И что происходит? Когда я просто открыт перед Богом, Его кровь омывает меня от всякого сознательного и несознательного греха. Апостол Петр пишет о том, что долготерпение Божие почитайте за спасение, потому что Он долготерпит нас, Он покрывает наши грехи. Сознательные, осознанные, неосознанные, Бог омывает все вот эти грехи, пока я имею с Ним личные взаимоотношения, лицом к лицу. Слышите меня? Это есть моя относительная святость. Где-то я споткнулся, где-то я упал, где-то я согрешил, я бегу к Богу и исповедую перед Ним этот грех, я знаю точно о том, что если я исповедовал, то кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха, но я постараюсь этого греха больше не делать. Я очень постараюсь, я приложу к этому старание усилия, но самое главное, что я принял силу Святого Духа, которая мне позволит противостоять всякому соблазну, всякому греху, всякому искушению. Так написано. Всякое помышление, которое противится Христу, я всякий раз пленяю в послушании Иисусу Христу, потому что так написано. И вот когда хорошо знаешь Писание, у тебя появляется такое очень мощное всеоружие. Ты можешь противостоять греху. И ты можешь быть уверен о том, что, как апостол Павел пишет, «Я нашелся во Христе Иисусе не со своей праведностью, но с праведностью по вере. Я имею праведность Иисуса Христа». Вот это нам надо очень четко и твердо знать. Слава нашему Богу! И вот здесь послание к Евреям, вначале мы читали, закон, имея тень будущих благ, я бы хотел привести такую аналогию. Вы знаете, что такое тень? Мне недавно просто пришла эта метафора, я ее нигде не прочитал. Это слово, которое я получил как откровение в Сеуле, в Южной Корее. Я им там поделился, отдал проповеди. После меня вышел другой пастор из Южнокорейской церкви и сказал: «Я, честно говоря, думал, что сейчас буду говорить про Моисея в законе, это будет такая скукота, и уже, ну, просто то». И тут просто живое слово конкретно меня просто помазало. А метафора такая. Мы знаем, что такое луна, что луна – это не звезда, это не светило, это всего лишь спутник планеты, который отражает, да, аминь или не аминь, отражает солнечный свет. Хотя написано в книге Бытие, что Бог создал светило для управления ночью, ну, и это написано о Луне, и создал светило для управления днем, это написано о Солнце, и подвесил Землю как бы ни на чем, и что Земля круглая. И все это писал Моисей, когда еще не была изобретена телескопическая труба, еще не было открыто
Ученые там до 17 века думали, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли. Что думали, что Земля плоская. Да, недавно тоже пытались пустить эту утку, что Земля плоская, и что у нее там, ну, просто, ну, что нас просто обманывают. В Библии написано, что Земля круглая, что она подвешена как бы ни на чем. Откуда Моисей это знал? У него было личное откровение от Бога. Слава нашему Богу. Луна отображает солнечный свет. И вот представьте такую картину, что ночью, да, ну, полнолуние, Луна отображает, можно даже сказать, не полнолуние, там, ну, новомесячие. И слабый свет падает на землю, стоит дерево, и от дерева падает что? Тень. Вот про вот эту тень написано, что закон имеет тень будущих благ. Вот это и есть прообраз, очень хороший прообраз Моисеева закона. Моисеев закон – это не сам светильник, это не светило лучезарное, да? Это тень, всего лишь тень. Тень, которая отражается от луны, которая отражается от солнечного света. Еще раз, Моисеев закон – это не солнце, Моисеев закон – это не луна, которая отражает солнце. Моисеев закон – это не дерево, от которого отражается тень. Моисеев закон – это тень, падающая от дерева ночью во время новомесяча. Что такое Новый Завет? Я бы хотел сказать о том, что, опять же, по этой аналогии, Новый Завет – это не дерево в полнолуние, да? Новый Завет – это не сама Луна, которая отражает солнечный свет. Я хочу сказать, что Новый Завет – это даже не Солнце. Иисус Христос, который принес Новый Завет, благую весть, это есть тот, кто сотворил Солнце, сотворил все видимое и невидимое. Тот, кто сотворил и позволил этому дереву, просто создал это семя, позволил этому дереву вырасти, он создал Луну, потому что написано, что Бог посредством Слова Своего и веки сотворил. Это посредством Христа. В другом месте посредством Христа написано. Вторая ипостась Бога, имя самого Иисуса Христа по книге Откровения, имя Ему – Слово Божие. Слово Божие. Ну, я обычно объясняю так, буквально коротко, в двух словах, о том, что есть Я, у меня есть Слово и у меня есть Дух. Я человек, ограниченный, Бог заберет Дух, тело умрет. У Бога мы созданы по образу и подобию Божьему. Бог есть Бог единый. Бог на самом деле один, но у Бога есть Слово, Слово Божие, которое есть сам Господь Иисус Христос. Бог сказал и сделалось, повелел и исполнилось. Бог по книге Бытие, да, повелел, сказал, да будет свет, и стало так, да будет твердь, и стало так. В книге Евангелия от Иоанна написано, и Слово стало плотью, Слово, Бог сказал Слово, провозгласил в чрево Девы Марии, она зачала от Духа Святого и было рождено единородный Сын Божий, было рождено Слово во плоти. Полнота божества телесна. Бог, пришедший во плоть. Я цитирую места, различные места из Писания, которые, ну, просто, я не ошибаюсь. Вы можете найти это по Гуглу, или прогуглить, или по симфонии. Иисус Христос – это тот, кто сотворил солнце. И смотрите, какая разница. Моисеев закон – это всего лишь тень в полнолуние, да? Новый Завет – это сам Иисус Христос, который есть Господь всего, который есть Бог богов, Господь господствующих, полнота наполняющая все, все от Него, все к Нему, все им движется и существует. Можете сказать на это аминь? Вы видите разницу между Старым Заветом и Новым Заветом? Библия Новый Завет называет законом совершенным, законом Духа. На чем построены заповеди? Если Старый Завет, он призывает не делать чего-то, то Новый Завет он как раз-таки призывает делать. Новый Завет, заповеди звучат, теологи утверждают, богословы, о том, что две скрижали – это было всего лишь прообраз двух заповедей. Первая скрижаль, на которых было написано четыре заповеди всего, которые, ну, призывал Израиль поклоняться Богу единому. Вторая скрижаль прописывала социальные взаимоотношения между людьми. Это прообраз первой заповеди по Новому Завету, но всего лишь тень будущих благ. «Возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой, всем разумением, всем крепостью своей». Вторая скрижаль, вторая заповедь – «Возлюби ближнего, как самого себя». По Новому Завету апостол Павел восклицает, «Если ты любишь, то ты не убьешь. Если ты по-настоящему любишь, то ты не позавидуешь». Это так или не так?
И это закон совершенный. То есть он, Иисус Христос довел и принес нам совершенную заповедь. И более того, дал нам для этого силу, дал нам для этого благодати. Потому что Евангелие от Иоанна говорит о том, что закон был дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Вот это да, да? То есть это же место, оно логически говорит о том, что Моисеев закон не является ни той истиной, ни той благодатью. Благодать произошла только через жертву Иисуса Христа. И когда мы вот это познаем, да, о том, что вот просто вникните сегодня о том, что Бог тебе предложил, предлагает еще, заключи с Ним завет, личный завет. Не косвенно, не через какого-то человека, не через какого-то проповедника, не через какого-то там святого, которого там провозгласили пророком в церкви. Бог хочет заключить с тобой завет лично, персонально. Очень глубокий завет, который просто проникнет в твое сердце. Он говорит тебе, что Он тебя любит всем своим сердцем, всей душой, всем разумением. Он доказал свою любовь тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. И Он ожидает взаимной любви к себе. Написано так, так и написано, взаимной. Не будьте должны друг другу ничем, кроме взаимной любви. Когда ты понимаешь, постигаешь любовь Иисуса Христа, ты не можешь Ему не ответить той же любовью. И когда ты постигаешь эту любовь, которая пролилась в твое сердце Духом Святым, ты после этого уже становишься не рабом греха, как Израиль на сегодняшний день является, так оно и есть, а рабом праведности Иисуса Христа. Потому что праведность Иисуса Христа, Его благодать, Его истина, она завораживает. Я очарован любовью Иисуса Христа. Я не побоюсь сказать этого слова. Я пленен этой любовью. Она меня пленила, и поэтому сегодня меня из церкви не выгонишь, да, как, ну, на самом деле, кого-то не затащишь, а кого-то не выгонишь. И это есть последствия посвящения, ученичества. Люди приходят в церковь и уходят. Есть прихожане, есть ухажане. Это слова-синонимы, на самом деле. Потому что если человек просто пришел в церковь послушать, он потом также уйдет, и ничего у него не останется. Служители забывчивые, так говорит апостол Иаков. Очень точный перевод, когда Иисус Христос посылает своих учеников, он говорит о том, что делайте себе учеников, делайте учеников. Ученичество. Ученичество предполагает полное посвящение своей жизни Богу. Так как Иисус Христос посвящен мне, я также посвящен Ему. Это справедливо, потому что Он посвящен мне, Он любит меня всем своим сердцем. Поэтому сегодня, знаете, я просто хотел бы подвести к тому, что если кто еще не заключил завет с Богом, да, вот личный, персональный, Новый Завет, основанный на любви, на очень тесных, близких взаимоотношениях, персональный, личный, самый близкий, интимный такой завет, который, ну, просто предполагает близкие взаимоотношения с самим Богом, омывшись драгоценной кровью Иисуса Христа, входить во святая святых Богу и иметь общение лично с Богом, во святая святых, то ты можешь сегодня это сделать, потому что Бог, Божье сердце, оно открыто. Написано, что в тот момент, когда Иисус Христос был пронзен и пролилась кровь, завеса в храме была разорвана, и мы получили доступ с дерзновением входить во святая святых Богу, омывшись драгоценной кровью. Кто еще не заключал завет, или кто хотел бы сегодня обновить, ну, поднимите руку, кто хотел бы обновить завет с Богом, обновить взаимоотношения, может быть, они немножко поизветшались, да, может быть, они немножко ослабли, может быть, ты забыл, что такое первая любовь, потому что, ну, на самом деле, я вспоминаю, каким я был в 91-м году, когда я только уверовал, я бегал по городу и всем говорил об Иисусе Христе, как Он всех сильно любит. И меня никто не мог остановить. Но сейчас моя любовь немножко так трансформировалась, но я знаю, что я в завете с Богом. Кто хотел бы, я нуждаюсь в постоянном обновлении завета, слышите меня? Кто хотел бы сегодня обновить завет? Ну, слава Богу, аллилуйя. Значит, все не зря. Я хотел бы, чтобы мы просто помолились вместе. Просто повторяйте, это по теме сегодняшней проповеди. Повторяйте слова вместе со мной. Это молитва посвящения. Дорогой Господь Иисус Христос, спасибо Тебе за то, что Ты показал мне большую разницу между Ветхим Заветом и Новым. Что по Ветхому Завету Ты заключал союз с отдельно взятыми людьми. По Новому Завету Ты хочешь заключить завет лично со мной. Старый Завет был основан на суде.
Новый Завет основан на милости, которая превосходит всякий суд. Старый Завет – это Евангелие осуждения. Новый Завет – это Евангелие оправдания. Новый Завет – это Евангелие любви. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты полностью посвящен мне и доказал свою любовь тем, что Ты умер за мои грехи. Поэтому сегодня я посвящаю Тебе свою жизнь, свое сердце, свой разум, свое тело, свою крепость. Возьми меня в свой удел. Омой меня еще и еще раз Твоей святой благодатью и Твоей святой кровью. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь меня всем своим сердцем, всей своей душой. Я также люблю Тебя, Иисус, всем своим сердцем и всей своей душой. Господь, обнови Новый Завет в моем сердце. Омой мое сердце Твоей святой благодатью. Может быть, заповеди, которые написаны на скрижалях моего сердца, они нуждаются в омытии. Омой, Господь, освети, обнови, дай мне состояние первой любви. Дай мне вспомнить и начать так жить. Дай мне во всем советоваться с Тобой. Дай мне мудрость, сходящую свыше. Дай мне постоянно двигаться в силе. И более всего просимого, дай мне познавать Твою безграничную любовь. Я молился во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя моего Господа Иисуса Христа. Если согласен, то скажи аминь. Слава Богу! Я хотел бы попросить, чтобы еще один завершающий ролик.
Если сегодня вас коснулось Слово Божие, и вы решили продолжить свою жизнь, следуя за Иисусом Христом, вы сделали важнейший выбор. Иисус сказал, что небеса радуются об одном кающемся грешнике. Но это только начало, друзья. Вы нуждаетесь в ежедневном питании Божьим Словом и в общении с Создателем посредством молитвы. Также мы все нуждаемся в живой церкви, где мы можем расти духовно в учении нашего Господа Иисуса Христа. Если вы из Варны, то мы будем рады видеть вас членами нашей интернациональной церкви для русскоговорящих. Мы так же, как и вы, были далеки от Иисуса в поисках истины, пока встреча с Христом не изменила наши жизни. Помните, что Бог вас очень сильно любит и хочет сделать вас частью своей Божьей семьи. Ждем вас каждое воскресенье с 14:00 по адресу Варна, бульвар Сливница, 48. А если у вас есть необходимость в срочной молитве или совете, не сомневайтесь. Позвоните нам по телефону, который указан на экране. Бог да будет с вами, дорогие приятели!